С Литвы могу вообще бесплатно доехать, просто пришлось $5 доплатить, потому что они живут в другом отеле, и таксист не захотел меня везти до моего отеля. В общем, тут 2 минуты, ну, $5 заплатил, все равно дешевле даже, чем на мини-басе. Заселился вот в отель, ну, про отель буду отдельно, наверное, сниму потом видео про сам номер, сколько все стоит здесь. Это тоже будет лайфхаком для тех, кто подписан на канал, будет полезная информация, потому что отель очень дешево стоит, и по своей цене и качеству, наверное, он может быть один из самых, или самый лучший, не знаю, на Патонге. На Патонге я пока для себя лучше не видел. Ну, только, может быть, если какой-нибудь кондоминиум снимать, то да. Ну, я к кондоминиуму как-то, не знаю, отношусь не так хорошо. Все-таки в отеле, наверное, жить лучше. Ну, это гестхаус, но гестхаус очень хороший. По своей комплектации, да, номер отличный. В общем, долетел я Аэрофлотом. Сюда долетел Аэрофлотом, взял перелет туда-обратно. 36 тысяч стоит перелет туда-обратно. Это хорошая цена. Я брал за 3 дня до вылета. И это была самая лучшая цена. Причем Аэрофлот, они считаются не самый дешевый, но так получилось, что на тот момент было лучше всего взять Аэрофлот. Хотя были и перелеты
у авиакомпании России там за 6 тысяч я видел были. Как в прошлом году я летал за 6 тысяч. Но обратно перелеты все равно дорогие, и не факт, что я взял бы дешевле туда-обратно за 36. Я решил сразу не париться, взять туда-обратно. На 30 дней, в общем, я сюда приехал. На 30 дней, и перелет у меня обратный будет через 30 дней, поэтому придется здесь как-то жить, выживать 30 дней. Вот. И, в общем-то, так. Деньги я уже с собой разменял, я заранее взял доллары. Немного взял, я думаю, мне хватит. В общем, отдых у меня будет бюджетный. Достаточно бюджетный, и, в принципе, в своих видео, наверное, здесь я буду снимать, стараюсь поснимать интересные видео, я буду показывать такие лайфхаки, да, пхукетские, как дешево отдыхать, как хорошие места будут показывать какие-то интересные, как где сэкономить. В общем, сейчас третья, или какая уже, не знаю, там, десятая волна кризиса, наверное, за всю мою жизнь, доллар опять растет. Походу сейчас будет вообще всплеск большой по доллару из-за тех событий, которые происходят сейчас, из-за этих санкций. И поэтому такие видео, которые я буду снимать, они, наверное, будут полезны для тех, кто собирается лететь в Таиланд отдыхать, потому что многие говорят, что дорого в Таиланд. Дорого стало, конечно, дороже, чем раньше. Но, тем не менее, можно экономить, можно летать недорого, дешевле, чем в Сочи. То есть на 2 недели можно съездить за 50 тысяч. При большом желании, ни в чем себе особо не отказывая, можно съездить за 50 тысяч на человека. Да? Особенно если вы летите вдвоем в один номер. Ну вот, как видите, у меня обошлось на месяц. Мне обойдется 55 тысяч где-то, получается. Потому что этот отель я взял за 10 тысяч бат. Ну и в этом я говорю, об этом я расскажу в отдельном видео. Вот. Где брать билеты? Где брать билеты на Пхукет, если говорить о перелете, да, если вы решили лететь самостоятельно? Билеты брать везде, на обычных сайтах, Aviasales, Skyscanner, Momondo, где подешевле, там уже сами смотрите. В принципе, просто надо мониторить. Можно покупать билеты заранее за там 4 месяца по акциям. Вот у Emirates можно было купить за 30 тысяч туда-обратно. Правда, с пересадкой в Абу-Даби, но тем не менее, это хорошая авиалиния, А380, там хороший сервис. Вот. Можно еще посмотреть на сайте Pilon. Pilon Aero, по-моему, называется. Я вам сейчас все секреты открою, да. Потому что есть еще такой сайт, называется Pilon Aero. Там продают тоже отдельные билеты, они бывают тоже очень выгодные, которых нету. Иногда нету таких перелетов на Aviasales, на популярных поисковых системах. Вот, а на Pilon Aero лежат. Бывают такие интересные перелеты. Или если вы уже решили купить тур, точнее, если вы едете все-таки на 2 недели максимум, да, либо едете на неделю, там, на 12 дней, то лучше все-таки, наверное, брать горящий тур. Скорее всего, он будет выгоднее. Особенно, если вы летите вдвоем, то вдвоем будет точно выгодно, если вы летите меньше 2 недель, брать горящий тур. Горящий тур можно взять, в принципе, тоже на любом сайте. Их очень много, этих сайтов. Я беру на сайте, на котором, как правило, на 2000 дешевле. Всегда там рублей на 2-3 тысячи, как минимум, дешевле. Да? Ну, обычно так и есть, 2-3 тысячи. Это сайт называется «Мир путевок в лето», mpltravel.com, именно ком. Вот у них хорошая цена, я даже не езжу никогда к ним в офис, я просто оплачиваю картой дистанционно, да, у меня списывают деньги, точнее, я им отсылаю деньги, и все, они мне присылают на почту билеты, тур сам, да, ну, то есть все необходимое, страховка. Естественно, заранее они вам присылают письмо, то, что вы готовы купить, да, этот тур, то есть это как называется, коммерческое предложение они вам присылают, вы подтверждаете, присылаете им деньги. Ну, там все видно будет, то, что это никакой не кидалово, потому что у них все, и сайт есть, и они есть даже в банковских этих терминалах, да,
они сотрудничают с МКБ банком. Вот. И, собственно, либо МКБ, либо Сбербанк, я Сбербанком оплачиваю. Поэтому очень хорошее турагентство, где можно приобретать путевки. Советую. Это уже проверено, я уже раз 8, наверное, летал ими. Вот. Поэтому, собственно говоря, еще раз, да, если летите на 12, там, максимум 2 недели. Ну, может быть, и вы найдете, если на 3 недели, да, если хотите полететь, может быть, вы на 3 недели найдете выгоднее, чем просто лететь с дикарем. В смысле, самому лететь, да? То есть самостоятельно брать перелет и отдельно бронировать отель. Может быть, вам выгоднее будет даже на 3 недели взять путевку. Надо просто смотреть цены и прицениваться. Вот. Но у меня никогда не выходит дороже, чем 50 тысяч. Это сейчас вот 50 тысяч у меня вышло. Это, наверное, самая дорогая цена за проживание и за перелет. Но потому что я буду проживать месяц. Поэтому дороже вышло, чем на 2 недели лететь. Да? Вот. Что еще сказать? В принципе, все, что хотел сказать, наверное, сказал. Кстати, вот приобрел еще один чемоданчик. Тоже очень классная тема. Стоит, по-моему, 2,5 я за него отдавал. Это наше отечественное производство. Ну вот, собственно, фирма называется MyBag, вроде как. У них свой завод есть. Покупал на Горбушке. С замком. Тут есть даже замок кодовый. Ну, в общем, отличное качество. Я думаю, что он долго продержится. По крайней мере, на YouTube они тестируют его и там роняют. В общем, колеса ему пытаются отбить. Еще даже гарантию дают. Полгода на него. Сейчас пойду прогуляюсь на улицу. У меня, кстати, рядом тут с отелем. Отель, да, называется Ламай Гестхаус. В общем, с этим рядом отелем находится Леди Бой Шоу. Леди Бой Шоу, Саймон Кабаре, что ли, называется. Сейчас пойдем посмотрим, что там творится. Как раз под конец шоу я попробую поснимать этих ледибойчиков. Посмотрим, что там, какие они. Ну, я, в принципе, уже видел. На само шоу не ходил, но так пробегусь мельком. Покажу вам, если кто не видел. Ну, я думаю, ничего особенного. Шоу Саймон Кабаре. Как раз она только закончилась. Они вон там все выстрелились в ряд. Сейчас можно будет подойти посмотреть поближе их. Пойдемте посмотрим. В общем, будет виднее.
Ну что, пора отключаться и спать. Завтра будет день тяжелый. Всем пока. Спокойной ночи. Все.